Видео автоматически остановлено. Что за фигня, думаю. Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала. Сегодня хотел бы вам рассказать, как правильно выбрать флешку SD, если вы будете записывать видео в HD качестве. Но перед тем, как рассказать, небольшая предыстория, почему я хочу записать это видео. Дело в том, что не так давно я купил вот этот вот аппарат EOS 600D. К нему, в принципе, вопросов никаких нету. Отличный аппарат, хорошее качество, Full HD видео снимает. И к нему в том же магазине предложили вот такую вот флешку на 16 гигабайт Ultra SanDisk. Ну хорошо, купил я эту флешку. У меня до этого фотоаппарата зеркалок не было. Взял я эту флешку, в принципе, чуть-чуть разбирался. 10 класс, ну, написано, вот видите, на ней 10 класс. 30 мегабит в секунду, ну хорошо, думаю, нормально. Отличная скоростная флешка. Снимал фотографии, никаких проблем, пробовал, ну, просто для теста и видео снимать, тоже не возникало проблем, длинных видео не снимал на то время. Но потом, когда начал снимать длинные видео, фотоаппарат почему-то отключался, всплывало окошко такое, видео автоматически остановлено. Что за фигня, думаю, ну, давай разбираться, искать в интернете, как всегда. И нашел два самых популярных ответа на этот вопрос. Первое, это, возможно, слабая освещенность. Ну, это самый простой был вариант. Думаю, проверю, конечно. Дома поустанавливал всякие фонарики, там освещение побольше включил, дополнительное освещение. Но ничего, все равно останавливается. Минуту снимать где-то ориентировочно, и все равно останавливается. Да что такое, думаю. А второй вариант, это флешка. Значит, дело в том, что эта камера снимает Full HD видео и записывает при 30 мегабит в секунду. Вот. И, в принципе, почитал, в инструкции тоже написано, что флешка должна быть не менее 6 класса. Ну хорошо, проверил, еще раз посмотрел. Вот, пожалуйста, 30 мегабит в секунду, 10 класс. Что за фигня? Опять же, давай искать в интернете, и везде ссылаются на качество флеш-карты. То есть, возможно, это именно подделка, а возможно, не успевает записывать на флеш-карту фотоаппарат. Сбоку выскакивает такая пиктограммка, заполненность буфера. После этого отключается видео. Зашел на официальный сайт SanDisk. Никакой информации абсолютно о том, при какой скорости ведется запись на эту флешку, нету. Вот обложка этой флешки. Как понять, при какой скорости максимально записывается, я не вижу вообще никаких указаний об этом. 30 мегабит в секунду написано, и все. Тут что у нас? Сзади тоже никаких обозначений нету. Единственное, на официальном сайте написано: скорость чтения 30 мегабит в секунду, а записи на порядок меньше. Вот и все. Ну и, соответственно, я сделал вывод, что скорость записи тут очень маленькая. Хорошо, пошел в магазин, нашел вот такую вот флешку Transet, 16 гигабайт, те же, класс 10, тот же самый. И, но тут, в отличие от той флешки, указана скорость записи и скорость чтения. Вот тут вот уже скорость записи 30 мегабит в секунду. Честных 30 мегабит в секунду. А чтение 85. Поставил эту флешку. И, пожалуйста, никаких проблем. Специально тестировал до полного заполнения флешки. Это порядка 30 минут, может быть, больше видео. И видео не останавливается, буфер не переполняется, все отлично записывается. Поэтому, ребята, чтобы не попадать в такие ситуации, как у меня с вот этой флешкой, обращайте внимание
на вот эти вот параметры: скорость записи и скорость чтения. Это очень важные параметры, и лучше читать инструкцию всегда к вашему девайсу, на котором вы будете снимать, и смотреть, при какой скорости он ведет запись на флеш-карту. И, соответственно, после этого подбирать уже себе флешку. Думаю, это видео будет полезно для вас, так как я не нашел в интернете подобного видео с разъяснением, какая флешка нужна для какой камеры. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока.